Доброе утро, друзья! Продолжаем говорить вам мы, Тео и Ольга Рыжикова. Сегодня 8 августа в прямом эфире к нам заглянули замечательные гости. Девушка, которая поборется за право отправиться на детское Евровидение, Юлия Можиловская и ее педагог по вокалу Анастасия Малашкевич. Ведь уже так скоро, 26 августа, в прямом эфире нашего телеканала пройдет финал национального отборочного тура на детское Евровидение. Доброе утро! Спасибо, доброе утро, что нашли время. Знаем, что здесь плотный график репетиции. Тем не менее, вы вместе с нами. Доброе спасибо утро. Доброе утро. Ну, если вот с Юлей нам нужно сегодня знакомиться, то, например, вот с Настей мы давно знакомы, и, думаю, телезрители тоже узнали Анастасию Малашкевич, которая неоднократно участвовала в финале национального отбора песни для Евровидения, и поэтому приятно, что взрослое Евровидение сошлось с детским Евровидением. Опыт передается, да? Вот, конечно, как так конечно. Случилось? Как началось ваше сотрудничество? Ну, я следила за творчеством Насти именно по Евровидению. И мы с родителями нашли, как связаться с ней. Угу. Я пришла к ней на прослушивание, и после прослушивания она согласилась со мной работать. А, Настя, для тебя это был первый опыт как педагога? Либо же у тебя есть другие ученики? Нет, у меня есть студенты, я преподаю вокал не первый год. И я очень рада была, что Юля пришла, и у меня была возможность трудиться над таким прекрасным голосом и помочь ей в создании песни на это Евровидение и подготовить к национальному отбору. Кстати, что касается песни, что будет за песня, кто написал, о чем песня? Песня называется «Верь в себя», автор слов и музыки Настя. Так. Малашкевич. Так скромно сказала, поучаствовать в песне, оказывается, песня твоя. Да. Песня уже сам смысл скрыт в самом названии. То есть песня про то, что каждый человек должен верить в себя, в свои силы, в свои возможности и идти вперед к своей цели. Основной акцент вы собираетесь сделать на вокале, либо будут какие-то элементы шоу? Чем будете удивлять в финале национального отбора? Мне кажется, конечно, шоу, там спецэффекты какие-то, фейерверки, это все красиво. Ну, хлопушки. Да, это все красиво. Пистоны в пистолетах. Шарики. Но у нас не будет такого грандиозного шоу. То есть главное это достойно выступить, показать себя, показать свой вокал. И мне тогда, конечно, шоу удалось. Какая уверенность. Слушай, да, мне кажется, уверенности у финалистки, хоть отбавляй, слава богу, молодец. А вот что скажет педагог, не знаю, готовый? Или еще какие-то оттачиваете там нотки и фальцеты? Мы еще оттачиваем номер. У нас еще есть постановка. И Юля очень скромно сказала, что мы ничем не будем удивляться. У нас есть сюрпризы, припасены для телезрителей. Конечно же, Евровидение – это не только конкурс песни, это еще и визуальный эффект, поэтому мы надеемся произвести полное впечатление, очень позитивное. Потому что песня очень актуальна с такой темой для подростков. Это очень тревожащая их тема, потому что они определяются в этот период своей жизни, кем стать, кем они хотят быть. Поэтому мы сделали такую песню. Хорошо. Вот мне очень всегда понятно, да, почему взрослые хотят поехать на Евровидение, да, вот сейчас вместе с этим... Мне непонятно. А почему дети хотят поехать на Евровидение? Как ты думаешь, вот если ты поедешь на Евровидение, как должна поменяться твоя жизнь? Мне кажется, что Евровидение – это тот конкурс для каждого артиста, это новая ступень в творчестве. И также для меня, то есть каждый раз это... Ты получаешь энергию, уверенность в себе. Это освобождение от занятий в школе, в конце концов. Да. Ну, не может не радовать. В каком классе ты учишься? Иду в девятый. Вот, в девятом классе. А оценки за четверть автоматом. Кстати, вот... А не за горами экзамены, которые также можно получить автоматом? Хорошо. У нас есть вот буквально несколько секунд. Давайте так вот коротко. Нас сейчас смотрит как минимум 10 миллионов белорусов, да? Почему они должны проголосовать 26 августа за тебя, номер 4? Ну, мне кажется, у меня песня для всех подростков, то есть эта тема, она тревожит не одного-второго подростка, а всех. То есть все думают, как добиться этой цели, как той. И мне кажется, что эта песня их на что-то сподвигнет и... Просто песня очень поможет хорошая. Поверить в себя. Стильная, красивая, модная, молодая. Самое главное, мы надеемся, она очень вам понравится. Знакомьтесь, финалистка детского национального финала на конкурс Евровидения Юленька Можиловская. Юля, мы долго говорили о твоей песне, сейчас очень хотим ее услышать. Никогда не сдавайся.
Юленька, и верим, что сегодня твое имя запомнят многие наши телезрители и проголосуют именно за тебя 26 августа в прямом эфире нашего телеканала. Финал национального отборочного тура конкурса детского Евровидения номер 4. Юлия Мужиловская побывала сегодня у нас в гостях, и пускай эта песня поможет поверить в себя всем молодым ребятам нашей страны. Спасибо.